На данный момент возможность проведения стримов или онлайн-трансляций интегрирована в большинство социальных сетей, таких как ВКонтакте, Facebook, Instagram или Periscope, который специализируется только на онлайн-трансляциях. К примеру, в прошлом году финал популярной игры League of Legends на стриминговом сервисе Twitch посмотрело около 1 000 000 человек, а суммарное количество зрителей в пике достигло 106 миллионов человек. Разумеется, смотрят не только игры, есть огромное количество жанров от арта, техники и до готовки еды. И у нас появилась идея совместить то, что мы умеем делать хорошо, с тем, что сейчас востребовано и популярно. Уже 2 года я владею небольшой кофейней формата To Go и сам не работаю. Для меня очень важно, чтобы наши гости каждый день получали тот кофе, который им попробуешь первый раз, тот кофе, в который они влюбились. Секрет не только в мастерстве бариста, но также в надежных поставщиках, в оптимизации рабочего пространства, в современном оборудовании. Все это непосредственно влияет на то, что вы получаете в итоге. Я работаю с кофе уже больше 4 лет, и каждый день от наших новых гостей я слышу: а где больше пены, вата или капучино, а что крепче? Кофе — это не только напиток, в первую очередь это диалог. Диалог с гостем о чем угодно. Для нас важно, чтобы за каждым стаканчиком стояла история. И мы бы хотели вывести этот диалог на новый уровень. Представьте себе кофейню, которая каждый день готовит не только вкусный и бодрящий кофе, но и параллельно ведет онлайн-трансляции в формате мастер-классов, тематических подборок, обсуждения различных новостей с аудиторией по ту сторону экрана и выступает как утреннее шоу, где ведущий — это бариста, а гость студии — любой человек, который придет к нам в стрим-кофейню. Большое количество моих знакомых по утрам слушают подкасты или смотрят утреннее шоу на ТВ. Хотели бы вы стать героем такой передачи? Просто зайдите к нам на чашечку кофе. Более подробную информацию и описание вы можете увидеть под этим видео на странице нашего проекта. Мы подготовили для вас очень много сюрпризов и подарков. Поддержите наш проект. Увидимся в кофейне и в эфире.